Госпошлина за расторжение брака в России выросла сразу в 8 раз. Поправки в федеральный закон вступили в силу 9 сентября. Чтобы расторгнуть брак, супругам теперь придется заплатить 5000 рублей вместо 650. Тариф действует для пар, которые распались по взаимному согласию и разводятся через суд. Авторы инициативы считают, что данная мера поможет снизить число расторгнутых браков. В Омском регионе заключенных союзов пока хоть немного, но больше. По данным Омскстата, за первые полгода 2024-го мужем и женой стали 4900 пар, развелись 4197.